Машалла, сегодня 1 апреля. Арбузы на базаре. Мекка, 1 апреля 21 года. Братья, здесь прям чуть ли не аукционы устраивают. Хамсташер, хамсташер. О, большой какой, а? Какие большие арбузы. Аллаху акбар. Машалла. Ну, братья, вот такие. Ну, конечно, с краснодарскими не сравнятся, а тем более с азиатскими. Но вкусные, вкусные. А сейчас я вам покажу еще другой вид арбузов. А вот вторые. Второй сорт арбузов. Тоже вкусные. И такие, и вот такие. Аллаху акбар, Аллаху акбар, а? Красота! Субханаллах! Арбузы пошли, сезон арбузов. Тутовник пошел уже. Сегодня увидел тутовник, продают. Но вот это базар, мекканский базар. А? Сколько здесь арбузов. А далека? Качпара. Вертаны качпара. Сколько стоит? 3 штуки по 15 реалов. О, 3 штуки по 15 реалов? Там 4 штуки по 50, но нормально. Ой, какие арбузы. Эх, жалко наших нету. Этих. Торпед нету наших, дынь. Но вкусняшки.